Пишет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра перестача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма ему отправила, зачем так не кстати о себе напомнила? Все неправильно, все не вовремя. Все, что знала, умела, осталось в детстве. Как теперь причесаться, как теперь одеться или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу, вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа, все и сразу, пусть что будет на волне экстаза. Какого экстаза? Влипнешь, глупая, что скажешь матери? Был бы отец, проехали, хватит. А друзья, вон их сколько зовет дружбами. Всех залочить, всех забанить, всех в игнор, всех на жесткий лимитет. Друзья реальные, друзья простите. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. Вдруг за тобой или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так бьется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неправильные письма. Внизу Макдональдс, до него реальная невесомость. Секунды три, и ты уже внутри. Что еще? Автобус, поезд. Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость. Этот ночной полет, этот прекрасный вид, может быть, заслужит его ретвит. Впереди с автопилота в ручной режим. Вот если прилетел бы на помощь джин. Пальцы складывают буквы, ты просто кукла. Ты только кукла, твой месяц этим утром. Самый первый, самый ранний, берегись своих желаний. Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра будешь опять одна? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неотравленные письма. И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные.